Здравствуйте, меня зовут Анна. Алло, слышно Здравствуйте. меня? Дело в том, что вам, как добросовестному клиенту наших банков-партнеров, Совкомбанк предлагает бесплатную карту «Халва» с кредитным лимитом до 500 тысяч рублей. С ней можно покупать все в рассрочку без процентов и переплат, а также снимать наличные в любом банкомате, совершать переводы и даже получать процент на остаток. Халва абсолютно бесплатная, выпуск и годовое обслуживание. Рассмотрите предложение. Здравствуйте. А, повторите, пожалуйста, что вы сказали? Здравствуйте. Отлично. Скажите, пожалуйста, работаете ли вы официально более 4 месяцев? Здравствуйте. Ой, что-то со связью. Повторите, пожалуйста, вы работаете официально больше 4 месяцев и Да. прописаны ли вы по адресу регистрации больше 4 месяцев? Здравствуйте. Теперь для составления предварительной заявки мне необходимо задать вам пару вопросов. Назовите, пожалуйста, полностью свою фамилию, имя и отчество. Здравствуйте. А, повторите, пожалуйста, еще раз вашу фамилию. Зафиксировала. Назовите, пожалуйста, полностью вашу дату рождения, число, месяц и год. Здравствуйте. И последний вопрос. В какой области или крае вы проживаете? Здравствуйте. Спасибо за предоставленную информацию. Как только я отправлю вашу анкету, с вами свяжется сотрудник Совкомбанка. С ним вы сможете договориться о дате и времени посещения отделения для получения карты «Халва». Я отправлю эти ваши персональные данные в банк для обработки, хорошо? Здравствуйте. Спасибо вам за уделенное время и ожидайте, пожалуйста, звонка специалиста. Всего доброго. Здравствуйте.